Привет, зритель! Сейчас будет обзор моего первого заказика с Wildberries в этом году. Я сначала думала не обозревать, но потом увидела комментарий в Инстаграм, типа, вот ли обзор. И там еще была одна вещь, и я подумала, что хотят на ту вещь, а потом я подумала, а может кто-то, кто же, как и я, страдает от желания красной чечевицы и кино, и не знает, какую же выбрать. Или хочет купить подешевле. Допустим, вот это я покупала... Сейчас скажу почем. Но оно внезапно уже нет в наличии, но думаю, при случае может появиться. Это у нас ярмарка. Чечевица красная колотая, 700 грамм, 135 рублей. Оно было запаковано в пупырчатую пленку. Пупырчатая пленка живая, ее как-нибудь по СМРю. А еще в пакетик варится 15 минут. Я просто как-то тут сварила чечевичку, чуть-чуть ее передержала, и она стала таким хорошим пюре. Даже блендером не надо было погружным прохладиться, можно было уже вот схомячить. Очень по вкусу напоминала гороховый суп. Свеженькая она, на 29 ноября сделана, и до 29.07.23 года будет жить. Вот. Я сейчас на всякий случай скажу тебе артикул, зритель. Может, ты как бы захочешь ее, ткнешься, добавишь в избранное, она однажды появится, ты ее купишь. И оставлю еще в инфобоксе, соответственно, номер артикула. Так, чечевичка, иди сюда. 42, 62, 49, 56. Чечевица ярмарка. Так, и еще у нас тут Сашина каша. Целый килограмм киноа. Сейчас она стоит 277 рублей. А я ее покупала за 298. И сейчас я тебе даже скажу ее артикул. Вообще она, вот у меня такое вложение, возможно, я делала обзор на сахар кокосовый. Там была голубая бумажечка, тоже такое вложение. И, возможно, ты этот обзор на сахар кокосовый даже видел. В общем, это фирма Эндекси, и я у нее брала кокосовый сахар. Кокосовый сахар хороший был. И тут вот тоже Эндекси. Спасибо, что выбрали нас, точнее, благодарим. И тут было две пачечки по 500 грамм за 298 рублей всего лишь. Кино. У нас кино... 400 или нет, 200, по-моему, грамм, ну ладно, пусть будет, короче, я не помню, или 200, или 400 грамм пачечка, наверное, все-таки 400 грамм, потому что она чуть поменьше, чем эта, но побольше, чем 200 грамм. В магните стоит 260, что ли, рублей. Ну, короче, как-то невыгодно, или вообще 290 с чем-то. А тут целых... Две упаковочки по полкило, целый килограмм. Сделано оно у нас 6 декабря прошлого года. Обе 6 декабря прошлого года сделаны. И, по-моему, живет она целых 24 месяца. Я однажды покупала где-то год назад кино, попробовала. Ну, как бы оно мне понравилось, но в большом количестве его чисто для моего пищеварения нежелательно лопать. Хотя я не уверена, что это именно от нее было. Может быть, это с какими-то еще продуктами сочеталось, а поэтому как-то странно так на меня повлияло. Но вообще пишут, что ее лучше есть 2-3 раза в неделю, не более 100 грамм за раз. И если у вас ожирение, или типа того, вам лениво сделать утречком гимнастичку, допустим, нацепить на себя лениво, или у вас вообще они отсутствуют утяжелители на ножки, на ручки, то вам действительно лучше есть где-то максимум 2-3 раза в неделю или вообще раз в неделю. Ну и с чем-то там чередовать. Я как-нибудь себе сварю и захомячу. А может быть, даже сварю ее в медленноварке. На каком-нибудь мясном бульончике, она такая меленькая, беленькая. Я еще читала, что самое полезное считается белое киноа, а там их 3 цвета. Ну, сначала я хотела купить трехцветную, потом хотела двухцветную, потом какая попадется. И потом я уже даже подумала, да нахрен мне это кино, у меня есть всякого другого всего. А тут суперфуд Сашина каша кино. Смотрю, она внезапно по скидке. Целый КГ. И всего лишь даже меньше 300 рублей. Так, телефон, ты у нас как, загрузился, нет? Артикул. 31, 24, 80, 46.
277 рублей. Целый килограмм. Такие дела. Такой вот маленький обзор жратвы. Покупочек с Wildberries, купленных в этом году, уже заказанных в этом году и забранных в этом году. Ну, как бы оно пришло пораньше, но я что-то пока собиралась, то все, 5-10, оно там пару дней повалялось. Я сегодня еще заказала нам с тетей на двоих пакеты в 400 грамм бразильского ореха. И еще себе заказала манго. Я их потом тоже обозрю. И, если интересно, ссылочка на манго есть в телеге. Спасибо за просмотр. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.